Всем привет! Небольшой обзорчик по температуре. Самое интересное. Я сейчас сюда поднялась. Сегодня у нас будет пасмурный день. На завтра дождь. Вот с утра солнышко там за тучками. То есть сюда не светит, ничего не греет. Я пришла, у меня сейчас обычно уже светло, солнышко светит. Сейчас сколько скажу? 6:30 где-то. Может, чуть больше. У нас тут роса. То есть растения получают по утрам по 5 без меня. Вот видите, они мокрые. В такие дни. Ну, показывай давай. А вот. 6 градусов где-то, да? Но все равно это солнце, хоть оно так не светит, но я так думаю, наверное, температура начала немножко подниматься. Ну, хотя по ночам так уже до 5 градусов. И вот кто у нас тут. Дендробиумы. Дендробиумы. Они вполне ниже температуры у меня выносили. В прошлом году вообще на улице стояли. Я их в этом году занесла, просто чтобы все компактно было у меня на глазах. Ну, цимбидиумы, конечно. Это им нормальное для них. Ну, вот эти вот дендробиумы, например, гиббсония. У него так листики красненькие такие немножко. Но, может быть, это просто на солнце. Если солнце, то тут высокая температура поднимается и очень ярко. Нужно было вчера начинать снимать, когда было такое сильное яркое солнце. Ну, кто там? Детки дендробиумов. Я это перечисляю, кто такие температуры выдерживает. Даже не пентасы. Тут висят. Это тоже дендробиумы. Кинги, конечно же. Вот даже кактус. Не кактус, что говорю. Этот ананас декоративный. И хой тоже тут. Кто у нас тут? Цикламены. Цикламенам, конечно, тоже такая погода нравится, поэтому я их в теплицу не заношу. Там семена цикламенов тоже. Что у нас тут? Маздвали. Тут еще хищники. Одного большого хищника я уже на улицу давно выставила. Недавно. Вот тоже хоя. Этого дендрика сюда повесила. Все никак ему название. Хотя ему, наверное, тут холодно. Что-то я так сейчас подумала. Может быть, холодновато. Это я так вот смотрю и сама рассуждаю. Это кто у нас дендробиум? На сятом. Ну, эти давно тут висят, поэтому я знаю, что они такие температуры переносили и даже ниже. Я вот про этот дендробиум что-то сейчас так подумала, посмотрев на эти листья. Но, скорее всего, это дорога. И сейчас температура начнет повышаться. Днем все равно будет градусов 20. Даже при пасмурной погоде. Ну, выше 15, это точно. Так, и тут вот, где обогревается. Здесь у нас там на окне 12,9. Ой, раз, два, три, четыре. Четыре цветочка распустилась. Вот и нема.
Так, и тут у нас температура висит. Значит, показывает это 7,3 там снаружи. Ну, сам вот этот вот... Забыл, как называется. С утра вылетела из головы. Хотя я думаю, что я и не помню. Вот эта вот штучка, она висит тут вот рядом. Не посередине теплицы. Тут градусник висит прямо на входе, там холоднее. Так, тут вот в середине 14 градусов. И вот ночью было минимальное 6,5. А значит, так как и было примерно 6 градусов ночью там в теплице, в той беседке. Так, а тут было максимальное 23,9, но это я уже... Вчера сбила вечером. Тут показания, чтобы он мне показывал новые. Так, какая тут минимальная была? Там 6,5. А тут 13,3. Ну, у этих так всю зиму, в принципе, и было. Влажность у нас сейчас 62. Вчера было очень жарко, солнечный день. Там на градуснике было 32. И влажность была 20. Я забыла сколько, 26 что ли. Прям повысушивала все тут. Я с работы пришла, все брызгала. Ну вот так вот мы выживаем. Ну, уже полегче, потому что весна, даже птички по-весеннему поют. Ну, всем спасибо и пока.